Всем привет, ребят. Ну что, вот мы открыли Дмитрию его огнекрыло, с чем его поздравляю. Сейчас мы ему... Давайте так. Вот он у нас есть. Сделаем смены, попробуем. Пока у нас есть... У нас есть две коробочки. Блин, Бастион. И тут я в раздумьях, что лучше все-таки Баста ставить или прочный пакт. И с Бастом хорош. У него тем более их два будет. Давай этого оставим с Бастионом. В любом случае надо и такой, и такой. Этот будет с Бастом. Бум. Бег. Бег такое себе. А второго уже с прочным пактом их два у тебя. Ты, конечно, будешь в шоке, но... Просто мега везение у нас было. Так, улучшить навык. Навык. Ну, девяточка уже. Так, ну какашки он докопит, прокачает. У нас сегодня акция есть на созвездие. На созвездие мы сегодня будем ему... Делает созвездие. Почему не с пактом? Объясняю. С бастионом он, как и Фрея, будет более универсальным. У него есть еще куча места. Есть кого даже слить. Можно гарнизон посливать, допов посливать. Есть варианты. Ниндзики есть перевести. В общем, думаю, он сделает все правильно. Аккаунт очень хороший. И прокачает еще второго. Потому что надо все-таки будет ему их два, как ни крути, а то 2 и 3 у себя тоже буду перекачивать. Так, ну что, поехали. Сейчас мы ему сделаем по бырику. Эволюцию. Не знаю, как это быстро будет. Но постараемся по бырику это все как-то... Так, усовершенствовать. Так, кто у него тут есть ради книг? Да, у него сегодня его день. Так, паладин. Так, а у него на огнекрыло. Так, асура. А, там особо нету. Ну, давайте сделаем Эву Паладину. Ну, не хватает. Хорошо, кто еще есть? Эволюционировать. Ниндзики. Блин, тоже нету. Вот Суккуб есть. Так, а что у него по кулакам? 15к кулаков. Но мы ему, в принципе, руны достали. Думаю, ему этого хватит. Так, а ну-ка, на первую эволюцию у него никого тоже нету. 180-й. Чтобы много не тратить. О, отлично, есть череп. Сделаем авку черепа. Так, книжечки забрали. Поехали. Fast catch, ребят. Так. Ну что, отлично, отлично. Хороший день. Грубую силу вытащили. В общем, топово сегодня. Сейчас мы ему прокачаем его. И паролем созвездия сделаем имитацию. Хеллбой. Так, отлично. Поехали дальше. Так, алтарь. Если бы я был на своем аккаунте, я бы это уже за самое все сделал. Наверное, от радости из-за того, что огнекрыл на аккаунте не один, а уже их два.
Так, есть. Сейчас по Берику все зафармим. Так. Да, хорошая, хорошая акция у нас сегодня. Так, алтарь, войти. Так, и 5 миллионов сейчас накопим и сделаем ему сразу же эволюцию. Ну, аугментацию, все дела. Попытаемся прокачать по максимуму. Так. Что-то, как обычно, с золотом не судьба. Ну, Фрейя с БВшкой тоже неплохо бьет. Но не так, конечно, как с Пактом. А там тоже Фрейя есть, я думаю, что такое. Ну, хотите сказать, что они сольют этих героев донатных? А, там ворожай есть. Жестко, жестко. Так, а ну-ка, что у него есть вообще продать? Люблю что-то продавать. Я, в принципе, что мы паримся из-за этого? Пропуск. Называется «Я фармлю золото». Так, ну, в принципе, все. Поехали. Войти. Есть, да? Так, эволюционировать. Бум. Все, поздравляю. Эволюция есть. Поехали дальше. Просветы я пока прокачивать. Он уже сам будет. Поехали аугментацию делать. Видите, ресурсов у него обмен. Хочешь, не хочешь, а придется докупать. Так, аугментировать. Ну все, поздравляем еще разок. Так, ну что тут у него есть? Карты. Так, ну попробуем пятерку ему вытащить. Ну, вы знаете сами, в принципе, как чары хреново падают. Так. Так, не то, не то. Ослепление поставим. Будет как вольт еще и ослеплять. Конечно, далеко ему. Вот так вот нахер, на. Отличненько. Все, ребята, это просто мега удача. Поехали ролить уклонение. Потому что для него надо именно уклонение. По максимуму желательно. В первую очередь. Так, окей. Где уклонение? Хороший денек. Хорошее начало субботы, скажем так. Ну, у меня началось в 6 утра. Так. Блин, где уклонение? Что за подстава?
Вот, а сразу два. Так, Крит. Тем более акция идет на созвездие, в принципе, вообще супер. Супер денек. Так, ну точность точно не нужна. Ой, ему нужно будет теперь судьбе качать героев, чтобы сделать ему побыстрее 12-й. Ну давай уклонение. Криты дает. Так, два есть, отлично. Еще немножко, еще немножко, еще чуть-чуть. И пустим его на свой аккаунт, пусть дальше развлекается. Так. Крит сопротивление, не то. Крит. Не надо его все-таки доделать максимальным. Сразу же, чтобы он потом к нему уже не возвращался. С чарами нам, конечно, бомбезно повезло. Так, четверка. Ну давайте пятерку уже. Осталось еще три созвездия. Крит. Блин, плохо уклонение падает. Ну, из этого самое топовое созвездие это уклонение. Оу, есть. Оу, Майк. 450 крит сопротивление. Так. Крит удар атака. Как они то, надо уклонение. Хотя можно и оставить пятерки, в принципе. Но нет, мы сейчас еще потрешуем немножко. Он нам разрешил. Ну, блин, сложно созвездие выбивать. Хорошо, что я у себя на аккаунте с этим делом практически закончил. Только под архидемона играюсь иногда. Да пипец какой-то, ну. Издевательство. Двойка, ну. Точность.
Точность однозначно. Есть, наконец-то. Ну, что, давайте пятерку попробуем. Бум, отлично. Просто отлично. Ну что, давайте выберем у него. А, у него тут вверху можно вместо Анубиса. Так, чтобы он зашел и сразу видел его. Своего мелкого нового первого уровня. Огнекрыла. Тут уже все с огнекрылами практически. Так, ну давайте запустим его. Сейчас его нафиг снесут. Видите, у него ограничения. Еще более-менее спасает. Все. В общем, ребят, вот так вот прокачал по максималке его. Бастион поставил. Потому что надо бастион. У него есть второй еще с порочным пактом сделает. Все-таки этот будет более универсальный. И его будет ему пока хватать. Второго он тоже сделает. Я думаю, это не проблема будет. Если захочет, может в принципе поменять. Это тоже не проблема. Но я бы, честно говоря, не стал это делать. Лучше второго прокачать с пактом. Все, пишите комменты. Подписывайтесь. Вот такая вот сборочка. Созвездие, все дела. В общем, все по максимуму сделали, как обычно. Фух, миссию свою выполнил, побежал дальше пилить вам видосики, обзорчики. Всем пока.